Дым над дорогой. На проезжей части рядом с пустующей остановкой накануне днем вспыхнула пассажирская «Газель». Вместе с пожарными на место происшествия прибыла наша съемочная группа. Что стало причиной ЧП и чем все закончилось, в следующем сюжете. До прибытия пожарных случайные очевидцы пытались справиться с огнем самостоятельно при помощи огнетушителей. С подделки поднялся, увидел то, что дымит машина. Значит, вот то, что здесь сейчас лежит, это я тушить начал. Прибывшие на место пожарные с огнем справились быстро и приступили к вскрытию машины. Но неожиданно автомобиль загорелся вновь. Потребовался второй автомобиль пожарной службы. После его прибытия огнеборцы приняли за работу с удвоенной силой. Примерно в 15 минут седьмого на пересечении проспекта Мира и Хасана Туфана прямо напротив торгового центра «Джумбо» загорелся автомобиль «Газель». Пострадавших нет. В отделе надзорной деятельности назвали причины произошедшего. Причина пожара была неисправность узлов и механизмов транспортного средства. Автомобиль, значит, 2006 года выпуска. ТО проходил в апреле 2013 года. Но там была неисправность в двигательном отсеке. По мнению старшего дознавателя Рустема Фатхудинова, причиной повторного сгорания мог стать нагрев деталей, повлекший за собой воспламенение горюче-смазочных материалов или топлива. Александр Елисеев, Михаил Матвеев, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.